Эпидпорог ОРВИ превышен. Заболевших более 13 тысяч человек. Сегодня подобную статистику Минздрав не спешит называть критичной. В Алтайский край привезли Квадри Ультрикс – вакцину от гриппа. В планах привить 60% населения. Сегодня у нас все дети подлежат в обязательном порядке иммунизации. Вакцина, как сказала Елена Васильевна, она не только для взрослого населения. Мы ждем Квадри Ультрикс вакцину для детей в том числе. Она у нас идет для детей с 6 месяцев. Когда она придет, пока не ясно. Также ждут вакцину 60+. Но здесь важнее другое. Прививка от гриппа не должна пересекаться с вакцинацией от коронавируса. Если сегодня вы привились от ОРВИ, должен пройти месяц, чтобы организм успел выработать иммунитет. Чем раньше вы созреете к прививке, вот прям выходя отсюда, идем в поликлинику. Если нет противопоказаний, прививаться надо сейчас. Кстати, о дне города. Медики его не боятся. Говорят, если вакцинация шла добросовестно, лечить новых пациентов будет легче. Как таковых массовых мероприятий не будет. Соответственно, исключили салют, исключили массовые концертные площадки. И если будем придерживаться обычных наших профилактических мер. Вакцинация от гриппа завершится 1 декабря. К этому времени в Алтайском крае должно быть привито более 1 миллиона человек. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.